Может быть, вход в комнату именно здесь? Сейчас позырим. Откройся! Откройся! Не работает. А если сказать по-змеиному? Откуда ты знаешь, что ты... Откройся! Ура, получилось! Как ты из космоса сказал «откройся», да? Получилось! Вообще добивает. Реакция на все ноль полный. Черт. А вот и Золотожоп пришел. Давай, Золотожоп, время прыгать. Он уже собрал чемоданы и готовился к отлету. Что это? По-моему, вход в тайную комнату. Ну что ж, я вижу, вы справились без меня. Пока, мальчики, мне нужно прогреть метлу. Давай, спускайся, Золотожоп. Пожалуйста, пройдите сюда. Пожалуйста. Идем, Гарри. Это нет, он идет. Я спокойно знаю. Давай, Золотожоп. Спускаемся сейчас. Гарри, бежим! Дорога каждая секунда! А что ты стоишь? Пошли. Пищ. Гарри, там что-то есть. Я себя плохо чувствую. Все, мальчики, приключение окончено. Рон! Можете попрощаться со своими воспоминаниями. Забвение! Рон, с тобой все в порядке? Опа, рукавушка упала на меня. Я ничего страшного. Все в порядке! Гарри, найди Джинни! Подожди здесь, не бросай Локонса. Если я не вернусь через час, короче, скоро увидимся. Короче, увидимся, да? Ну да, сразу закрылась дверка. Алхамура! Если так сказать. Вот ты. Привет, черепошка. И тут есть Бондифай. Это было необходимо. Так, чё за херня? Вот так. Пу-ми-у. Так, чё, я уже всё обшарил тут, что ли, типа? Ой. Смог пойти наверх. Давайте чуть повыше пойдем. Что эта штука вернулась назад? Ну, по-моему, ни хера не круто, потому что ничего нету. Где мои карточки? Карточки. Карточки. И возим по вонючей канализации. Все заперто. Окей. Как же тут этот меч? Как же змей с горы начала тут лазить, интересно. Ух, ё, паучки! Давно не виделись. Вы же боитесь этого короля змей. Че вы там стоите? Ух, черт. Опасные дверки. Да, Золотой Жук нас научил почему-то полезному. Спунгифай, Ликтусемпра. Так, одну прошли. Вторая. Это было близко. Ой. Камни исчезли таинственным образом. Да-да, стоило прийти к Гарри, все тут рушится. Ах.
это наверх ведет. Так мы не доберемся, значит, туда. Там паутина, значит, надо прыгать. Один только этот путь. Тайники, тайников тут немного есть. Скоро Epic Rock Battle будет финальный. Даже не помню, какой он. Ух ты. Меня что-то там не убило. Это значит, что я пропустил. А может, ничего не пропустил. А видно, мы не позабавимся карточками. Я хотел бы туда пойти, было бы круто. Ну ладно. Может быть, еще пойдем, кто знает. Тихо. Так, лягушка, ты что тут потеряла? Фу. Она же с канализации. Как ты можешь кушать ее, Гарри? А, привет, Пикси. Да-да, я заметил. Спасибо за намеки. Что-то срет. Блин, катапульта чертова. Было бы идти чем-нибудь полегче. Зачем тратить лишние 10 секунд своей жизни на это? Окей. Видно, нам еще пару раз потом придется это сделать. На тебе. Пыщ! Черт, осталось у краешка. Пыщ! Все. Без хижины оставил. Столболь, а? Мерзкий. Видно, валяйся там. Пофиг. Казалось, что звезда тут есть. Чик. Чик. Поехали дальше. Это же как-то должно открываться. Да срать на эти коты, а. Не, они не нужны, по сути. Время покататься. Следующая зона. Походу. Пердуны. Сюда, наверное, кажется, будет пасть должна. Прощайте! Ритусентра!
Страйк. Это говно. Кусачи. На. Так, ну чё, теперь время думать, зачем нам это? Волгивай. Какой-то немецкий знак, что ли? Ладно, пошли дальше. Так, кто знает, что тут может быть. Ух, йо, как мне повезло, что я допрыгнул. Черт, здесь это секретка. О, другое дело. Так, здесь у нас что? Я тут, блин, уже по квайку подумал, что сейчас нас что-то стрелять будет. Ага, во. А вот мы спустились. Еще раз здоровые. Больше меня. Мутировали, блин. А чё это за свет? А, ясно. О. Подходить не хочу. Так, я избавлюсь от улиток. Они быстро регенерируются. Осталась улиточка. Вот так вот. Ну, естественно, игра древняя без багов не обходится. Хочу гардочки. Как выучить гардочки? Чик. Никакой свет нам не помешает. Насрать вообще, что я тут вижу. Что пикси вообще в канализации потеряли? Так, ну карточка за наш долгий, за наш долгий поход. Отлично.